Всем доброго утра. Сегодня у нас не очень хорошая погода, немножко пасмурно. После двухдневной сильной жары, видно, вернулась другая погода совершенно. Будет, наверное, дождь. Но, несмотря ни на то, дождя надо, потому что на улице очень жарко. Я хотела вам показать сегодня, какие мы сорвали первые наши кабачки с огорода. Вот такие два классные, прикольные кабачка. Сегодня я обязательно их пожарю. Мне вообще-то нравятся белые кабачки, они очень вкусные. Каждый кабачок по-своему имеет свой вкус, но вот именно белые они намного лучше. Зеленые тоже, но когда они совершенно маленькие-маленькие. Идем проверим, чем там занимаются наши, потому что отец еще не пришел. Мам, чем занимаемся? Я говорю, чем занимаемся? Чем занимаетесь? Гуляете, да? Гуляете? Котик, скажи, вчера приходил. О, боже, Виля! Виля, ты так линяешь? Тебе надо сегодня чухать, ты. Да, у него надо сегодня его почухать. Да, сейчас надо посмотреть, где Андрей положил расческу. Обязательно его почухать. Линька у него, страшная линька. Увалился, как бычок, как всегда, да. Как мы сегодня с ним с утра гуляем. А одна женщина шла на остановку и говорит: боже, говорит, такой красивый парень разбудил целую улицу. Все собаки начали гавкать. А Вилька такой довольный идет. Мокро, да, я тоже видела, там надо их пообрывать, потому что они уже обсыпаются. А на то место уже, он, видишь, вот я оборвала на той розе, оборвала. И уже смотри, какая классная роза выросла. Видела? Вот, смотри. На этом кусту я же их пообрывала позавчера, да. И смотри, какая красивая уже одна, да. И там то же самое, она желтая, там один идет. Там он, где у Томаса, там тоже надо пообрывать. И смотри, петунии как пошли хорошо. Вот было прохладно, да, не сильно жарко. Они хорошо растут. А вот как только начинает сильно жара, все, даже... Да. Да, надо взрывать, я тебе говорила. И там, смотри, вот тут полностью сейчас опять будет все. И здесь. Это такая роза красивая, томиковая роза, да? Такая красивая, молодая. Да. Так. Идем посмотрим, как там у нас дела. Смородина у нас красная. Мам, ты видела, смородина красная? Да, краснее. Ты внизу смотри, как прикольно. Ну, наша смородинка. Как быстро время прошло, да? И это тоже краснеет, какая классная. А я с утра полила огород. Думала, все так парит, а в результате дождик будет видно, наверное. Но. А это вот мои ромашки я посадила. Сама посеяла ромашки и гвоздички. Да. Огурчики. Молодец, Андрей с этой стороны вот эти он посадил огурцы, помидоры. Я только родничок посадила. И помидоры. У него уже есть зеленые помидоры и два маленьких огурца. И редиска у нас пошла. Мам, ты видела, какая у нас редиска? Редиска у нас вообще караул. Сейчас пойдем проверим. Я хотела сделать окрошку. Ух! Да, балдеж. Так, раз. Два. Вот так. Три. Вот что значит редисочка у нас, какая классная. Ну, эту редиску садил Андрюша, молодец. И семена хорошие. И не знаю, у кого он брал. У соседки, по-моему, у нашей Романины, да. И это рядом редиска, но это что-то никакая. Это вообще в столбур пошла. Не знаю. Семена разные. Но вот эти я, вот эти тоже в том году покупала. Они намного лучше. Такие длинненькие. Редисочка. Вот. И вот.
Есть, мам, смотри, сколько много. Вот это хорошо вышло, а вот это, что рядом, все, мне кажется, что она или пустая, или такие семена. О, смотри. Это хорошая, а это что-то никакая. Надо будет сегодня купить семена и... Но она и в том году длинная, она лучше росла, чем вот это. И салатик хорошо. Ну, а вот это не одна, что-то вообще с турбуром пошла, вообще даже не знаю. Это вообще не круглая никакая. А этот будет салат такой, как капуста. Очень классный салат, вкусный. Вот там один вырос уже, он уже как капуста образовывается. Да. Я говорю, посмотри, какие они маленькие, да, уже вот тут маленький помидорчик есть. Помидорчик. Обалдеть, да. И там огурчики, а он у меня, где я родничок садила. Смотри, сколько огурчиков маленьких. Ну, хорошо. Доль, ты что там делаешь? А ну вылезли оттуда, бегом. Илья, пойдем чухаться. Пошли, пошли. Идем розы сейчас проверим, что у нас там с розами. Надо сделать будет потом окрошку. Надо просто купить. Мне пойти с... Здесь Доля что наделала. Надо сейчас поубирать. Ну, Доля это... Так, а ну идем посмотрим, что у нас там. Она же, мама, росла там, мята. Ну, и это цветочки. Боже, это тоже. Пошла все, думала, в этом году у нас будет, расцветет кактус. Но что-то кактус, первый год, когда его привезли с Италии, то он хорошо рос. Ну, растет, а вот именно не цветет. Не знаю, что-то ему не понравилось. Идем смотреть, какие у нас розы надо будет обрывать. Вот розовую. Сейчас надо будет взять кулечек. И то, что уже опадает, обязательно взять и поубирать. Боже мой, какая красота. Какая красота. Это тоже. Надо будет ее вот так. Я ее сейчас сорву. Вот так. Это все будет расти. Одного цвета, второго, белого. Все вместе растут, молодцы. А это какая красота. Ну, это уже цветает, ее надо будет тоже сегодня срезать. И этот маленький кустик, он тоже очень такой, много его. Так, это тоже надо забрать уже, она вот-вот осыпется. Сейчас возьмем кулечек и обязательно почистим. Да, Вилек? Да, Вилек? Мы идем с тобой расчесываться, потому что ты вообще такой. Ну, такой ты романтичный у меня, да? Да, Лень, ты где? Идем. Там Тимошка сидит наш, кушает, да? Тимофей. И рукула у нас. Такая у нас рукула вылезла, молодец. Ее надо будет сейчас молоденькую, уже можно рвать, потому что она когда уже побольше, она не такая. С помидором вот это цела, то, что я вам говорила, как капуста растет. Просто так получилось, что, я не знаю, вот у меня их щавель по всему огороду. Наверное, когда был ветер, эти семена поразлетались и растут. Ну все, будем ждать следующих кабачков. Идем сейчас приготовим еще кабачок обязательно. И пообрываем розы. Сейчас ждем, Андрей должен прийти. Вот помыла, наверное, сейчас пожарю один кабачок обязательно. Один оставлю на завтра. Сделаю маленькое рагу, потому что еще остальное должны, там они только зацвели, еще должны расти. И там, по-моему, Андрей пришел. Идем посмотрим, кто там появился. Доброе утро! Привет! Живы-здоровы! Да, вижу, дерутся между собой, да. Моя ревнует, смотри. Ну,
А я, Андрюш, два кабачка сорвала. Один сейчас пожарю, один оставлю на завтра. И больше нет? Нет, только цветут. Еще только маленькие. Ну, так. Редисочку сорвала, вот такую тоненькую. Доля! Доля, прекрати! Ну что случилось? За ухо его хватает. Нельзя, Доля. Ну, маленько вытворять, чтобы я дырку не гладила. Да, она ревнует. И он ревнует, если его, ее первую, а надо сразу двоих обнимать. Надо дырку почувствовать. Так. Что-то сегодня погода совсем портится, да, Андрей? А? Погода портится сегодня. Я с утра полила все, но, наверное, будет дождь сегодня. Не будет. Пишет, что такая пасмурная. Зайдет, выйдет солнце. А в интернете писали, что в Украину возвращается дождь. Ура, первый кабачок. Жарим первый кабачок. В этом году у нас их намного меньше. Но зато они очень вкусные, свои домашние с огорода. Сейчас я их обыкновенно пожарю, а потом сверху петрушечку чесночка. А второй кабачок на завтра оставила, может даже завтра сделаю омлет, а не сделаем рагу. Первые кабачки уже готовы, первая партия. А это вам самые бутерброды. Попробуйте как раз в этом году первый кабачок. Ну, иду маме понесу. Угу. Там еще, между прочим, уже... И можно чуть-чуть петрушечкой присыпать вот так. Уже, между прочим, есть эти. Нет? Огурчики уже можно сорвать, два огурчика. Ты видал? Нет, вот огурцы не видела. Да брось на пол. Тут траву потом соберется. Тут все собрать. Ну, вкусный, правда? Ну. И Доля что-то там собирает. Что там упало? Упало. Это. Резиска гарна. А большая трубка была. Надо будет там посадить, там, где Светлана салат оборвала, то надо будет посадить. А вот где-то я тут видел уже огурчики, прекрасный, уже можно его срывать. А вчера такой маленький был, а сегодня уже такой большой. О. И на этом уже помидорчик один вылез. Вчера его не было. А сегодня уже появился и помидорчик маленький. Там-то больше, а здесь только маленькие. Это сливки, или как они называются. Уже капуста завязывается, видала? Да. Уже даже здесь, что эти, уже тоже огурчики будут. И капуста завязывается. Я капусту побрызгал, потому что ее начала гусенька-то есть.